Приветствую всех, с вами Борис Маркелов, мой канал «Доход без забот» специально для вас. И это видео я записываю в рамках отзыва по выплатам от Суперкопилки. Наидобрейшего времени суток всем, кто за мной следит и кто говорит, что ты ерундой занимаешься, устройся на нормальную работу. Ребята, работа у меня нормальная, не пыльная, я видеоблогер. И я делаю обзоры тех проектов, которые действительно дают людям заработать, а не тех проектов, которые людям дают возможность потерять их сбережения и ничего не получить, либо получить, а потом потерять. Поэтому Суперкопилка с конца октября 2019 года, работая в Суперкопилке, активно записывая видео каждые 2 недели. Это видеообзор, еще раз повторяю. Каждые 2 недели я показываю свой кабинет Суперкопилки и рассказываю, что вот сегодня, в среду, у меня будет выплата $179.84. И следующая выплата буквально через 3 минуты и еще $5.98. Вот это все сейчас на данный момент у нас 15.13. Мы ждем обновления кабинета и далее я вам расскажу, как нужно действовать. Кабинет у меня обновился, вот он баланс, $109. Сейчас ждем еще обновления, еще должны прийти $6 почти, $5.98, ну поэтому там будет 114, просто ждем. Ну, а вообще, что нам ждать? Я же вам обещал показать, что к чему. То есть, недельный взнос у меня $75, он списался. А в Суперкопилке обновление, мы переходим на инвестиционные программы. Что это значит? Что мы будем плавненько переходить на депозиты. Давайте на график выплат зайдем, посмотрим, что вообще у нас там творится по графику выплат. И сейчас мы ждем загрузки. Вот эти $6 еще недоначислены. Вот у меня мой график такой на первые недели. Я его выстраивал еще за счет того, что я здесь цели делал. У каждого своя стратегия, у каждого свои направления. Давайте выберем еще чуть побольше график, чтобы у нас здесь показывался. И мы видим вот здесь, вот сейчас я вам покажу лимиты. Прям обалденные для тех, кто решил вообще по-быстренькому выстроить свой пассивный доход. Смотрите, на данный момент вот такой вот график, пока это 50 недель, у меня там и на дальних неделях есть, но мы далеко уже уходить не будем, потому что Суперкопилка работает для вас, Суперкопилка работает для всех. Посмотрим лимиты, которые у нас сейчас на данный момент здесь существуют. Вот, например, на 30-й неделе создать депозит, это подарок от Суперкопилки, чтобы мягче можно было переходить на определенные вот эти обновления. Нам нужно, что нам нужно? Нам нужно просто отравнять сейчас вот этот столбик. У меня 215, а здесь 83,77. Что мне нужно сделать? Мне нужно открыть калькулятор и высчитать все, что я как здесь нарасчитал. Калькулятор. У каждого своя стратегия, еще раз повторяю, я говорю, за мной повторять не нужно. Смотрите, вот 215,45. Я никуда не тороплюсь. Вот, и минус 83,77. Я решил плавненько наращивать свои темпы. Вот мне надо $131.68. Это в среднем. Ну, отравняем до 132. Что у нас получится? Вот на 30-ю неделю я сейчас зайду и создам депозит. Чтоб у меня столбик ровненький был. Сумма выплаты 132. Ну, вы все прекрасно поняли, что взнос у меня будет 17.90. Сделаем вот так.
17.90. И все, название мы ввели. Название должно быть уникальное. Мне карму нужно сделать 50 на этой неделе. Капитал у меня получается по нолям. Я нажимаю добавить. Цель создана. Почему цель? Сейчас дождемся загрузки. Сейчас дождемся у нас загрузки нашего графика. Да, вот у нас получилось 215.71. В принципе, что я могу сделать? Я могу сейчас с 17 недели нарастить себе график так, как я хочу. Но я же пришел в суперкопилку еще и деньги зарабатывать. Я же там что-то должен выводить, в конце концов. Давайте зайдем на главную и посмотрим, что у нас там вообще происходит. Так, у меня 91.81. Ждем еще дополнительные выплаты $6, когда у нас появится. И нам еще нужно 10% кармы добить. Это у нас получится. Сейчас зайдем и посмотрим, сколько нам нужно до 10% кармы нашей. Карма – это защита суперкопилки от скамов. То есть мы еженедельно должны выполнять некоторые нормы, то есть возвращать какую-то сумму денег обратно, то есть реинвестировать. И это правильно. То есть те, кто нерегулярно это делает, ну, те просто, я не знаю, что они в суперкопилке тогда вообще на данный момент делают. Что я буду делать? Я, опять же, еще раз повторю, у каждого стратегия своя, у меня чуть-чуть другая стратегия. И я вот создам я программу Рантье. Процентик здесь небольшой, и программа Рантье, она мне более благоприятна, и здесь высчитывать ее проще. Так, сумма взноса мы в неделе, здесь мы ставим 31 неделя. Да, не побьют меня консультанты, и мы сейчас будем высчитывать, то есть 60 мы здесь ведем. 60 у меня получается 48, а мне нужно 50, давайте 64, 49, 65, да, у меня обновилось. Я думаю, еще партнеры у меня зайдут. Так, 150. Здесь мы вводим 65. Ставим буковку Р. Это для того, не 65 рублей, это $65. Плюс 13 ТЭТ мне еще с промокода добавится. Вот у меня куча промокодов, адаптационный промокод мне еще плюс 13 баксов добавляет. То есть, ну вот примерно я вот так вот распределяю, даже 65.5 пускай будет, чтобы у нас, блин, ну давайте 66 сделаем. Так, как же нам это сделать? 67 68. Вот, видите, у нас сумма выплаты расти. 91.81, $68. Да, я могу, в принципе, что сделать? У меня плюс $5 там еще будет. Ну да ладно. Делаю я вот так вот, и у меня получается почти 49.78. Там уже мелочи это все. Я нажимаю проверить, если меня все это устраивает. Выстраивается у меня график, и я вижу, что уже там по 7.78 мне будет добавляться. Ну, не хочу я уходить на ближние недели, просто вот такая у меня стратегия. То есть не судите меня строго за этот видеоотзыв, но тем не менее я хочу вот так вот.
Вот так вот я хочу простроить постепенно-постепенно. Я, конечно, буду уже потом уходить на депозиты, на более крупные депозиты. Но вот на данный момент я хочу вот так вот. Я нажимаю создать. В принципе и все. Что нам остается еще сделать? Ну, на этой неделе, наверное, нам еще остается сделать очень красивое такое действие. Вывести $29. Да, деньги, вот, кстати, пока мы разговаривали, $29 я запрошу на вывод. Я запрошу на вывод прям при вас. И сделаем мы это тоже все красиво. То есть, вроде и карму сделал, и $29 вывел. Вообще, все прекрасно, все замечательно. $29 отправить. Вот и все простые действия, чтобы, ну, тридцатничек с суперкопилки еще и получать. И карму, и волки сыты, и овцы целые. Вот таким вот образом я записал видеоотзыв по суперкопилке. Всем привет!